25 лет назад вы давали концерт на глазах у всего мира. А в прошлом месяце вы играли в калифорнийском Барстоу для 40 человек, которые пришли туда дешево перекусить. Билл и Тед, как вы можете это объяснить? Будем добры друг к другу. Вечеринка продолжается! Ваша песня должна была спасти мир и объединить все народы в любви к музыке. Билл, мы потратили всю жизнь, пытаясь написать песню, которая спасет мир. Так почему бы нам не отправиться в будущее, где она уже написана? Вау! Чтобы списать слова и ноты. Разве это не воровство? Какое же это воровство? Если мы тырим у самих себя, чувак. Смерть! О, нет! Как тебе наша песня? Слегка мрачновато, но вообще ништяк.